Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Центр управления регионом скоро начнет работу в нашем муниципалитете. Мы уверены в том, что именно работа муниципального центра, она поможет сделать жизнь комфортнее, поможет решать проблемы намного быстрее. Детскому саду «Пчелка» в поселке Володарского исполнилось 60 лет. Здесь работают люди, которые очень любят детей, очень любят свою работу. В Видном прошли соревнования по картингу. Я, конечно, не буду хвастаться, но я, мне кажется, хорошо вожу карт. Закончилось возведение нового здания, которое расположилось на школьной улице рядом с центром «Мои документы». В нем разместятся специалисты Центра управления регионом. Задача учреждения – организовать более оперативную реакцию различных муниципальных служб на жалобы и обращения граждан. Подробнее расскажет Максим Козлов. Новая оргтехника и мебель только занимают свои места. Что-то еще стоит в упаковке. Экскурсию по пока еще будущему Центру управления регионом проводит куратор проекта Наталья Зиберева. Центр управления регионом – это аналитический центр. Аналитический центр, который собирает всю информацию по городскому округу, консолидирует ее и распределяет по направлениям. В нашем муниципальном центре будет 4 основных блока. Это блок дороги, блок образования, медицина и ЖКХ энергетика. Для каждого направления своя отдельная территория. Здесь нет кабинетов, одно открытое пространство. Эффективность работы с обращениями граждан можно будет видеть наглядно. Большой экран с тепловой картой, скажем так, это визитная карточка каждого муниципалитета. Соответственно, у нас этот данный экран тоже есть. На нем будет выведена программа Центра управления регионом. На ней будет тепловая карта, на которой мы можем отслеживать те или иные, скажем так, возгорания красных зон, зеленых зон, и сможем оперативно реагировать. Это программа, в которой мы видим все направления, видим все обращения граждан, из какого бы источника информации они поступили. Всего 2,5 месяца ушло на возведение здания. Общая площадь всех помещений чуть больше 300 квадратных метров, и каждый из них используется максимально продуктивно. При возведении этого объекта были применены уникальные технологии быстровозводимого нестационарного объекта, который позволил нам в самые кратчайшие сроки возвести вот такое прекрасное, замечательное здание, очень комфортное, и которое позволяет не только решать те вопросы, которые в настоящее время стоят перед Центром управления регионом и руководством района, но и на перспективы расширения. Центр управления регионом – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области, который уже реализуется в других муниципалитетах Подмосковья. Мы уверены в том, что именно работа муниципального центра, она поможет сделать жизнь комфортнее, поможет решать проблемы намного быстрее. И мы сократим вот этот вот момент поступления задачи именно в муниципалитет и дохождение, скажем так, примитивно до самого исполнителя, тот, кто возьмет и пойдет сделает. То есть мы сокращаем этот период, и когда он поступает к нам задача, мы сразу же направляем ее на устранение. Некоторые проблемы будут устраняться в течение нескольких часов. Сообщить о какой-либо проблеме граждане смогут различными путями. От сообщений на портале «Добродел» до комментариев в социальных сетях. Работы впереди немало. Предусмотрена здесь и комната для отдыха. Надо сказать, что подобные центры управления регионом есть и в других муниципалитетах Московской области. Но обычно они располагаются в здании администрации или других учреждений. Такое отдельно стоящее здание, оснащенное по последнему слову техники, есть только в нашем городском округе. Большого архива для многочисленных бумаг в здании нет. В основном весь документооборот будет вестись в электронном виде. А вот для гостей, прежде всего руководства муниципалитета, предусмотрено специальное помещение. Скажем так, наш единственный отдельный кабинет в нашем здании – это зал заседаний, в котором у нас будут проходить оперативные совещания, кабинет, в котором будет приезжать наше руководство, глава, заместители, которые будут также приезжать в ЦУР. Здесь у нас будут проходить все ВКС, все конференции с нашими, скажем так, руководящими министерствами, ведомствами из правительства. Порядка 40 человек будет работать одновременно в этом здании. Пусконаладочные работы должны быть завершены до 1 декабря. Именно с этого момента Центр управления регионом будет готов к работе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Старейший детский сад номер 17 «Пчелка» в поселке Володарского отметил 60-й день рождения. За это время он успел переехать в новое здание и получил большую пристройку на 80 мест. И здесь по-прежнему работают самые лучшие педагоги, настоящие энтузиасты своего дела. На юбилей «Пчелки» побывала и наша съемочная группа. Тебе всего лишь 60. Пускай летят над нами дни и годы, шумят дожди
идут снега. У нас в саду всегда прекрасная погода. Старейшему детскому саду номер 17 «Пчелка» в поселке Володарского исполнилось 60 лет. На юбилей съехалось множество гостей, друзей садика, а их у «Пчелки», как оказалось, немало. И они, конечно, приехали не с пустыми руками. Подарком от главы является сертификат на 100 тысяч рублей, который руководитель, вот, наверное, учитывая все ваши пожелания инициативы, израсходует с ума. Лучших сотрудников «Пчелки» отметили почетными грамотами. Было сказано немало хороших слов в адрес коллектива и руководителя учреждения, которые то и дело сменялись выступлениями юных воспитанников. Почетными гостями праздника стали ветераны педагогической деятельности. Бывший музыкальный педагог, а ныне пенсионерка Галина Потапова, проработала в «Пчелке» 20 лет. Она с нежностью вспоминает те годы и отмечает, что хотя садик и изменился внешне, на принципы работы коллектива это никак не повлияло. Детей всегда любили в этом саду, всегда их обожали и, что называется, ставили во главу угла. В первую очередь доброта к детям и любовь. Вот, это самое главное. Бывшая заведующая «Пчелкой» Ольга Титова также присутствовала на юбилее. Теперь она руководит детским садом по соседству, но работу здесь вспоминает с теплотой. Занимались экологическим воспитанием и разводили, сами создавали уголок леса, уголок поля, уголок лекарственных растений. Создавали пруд, разводили в нем карасиков. Настолько была интересная жизнь творческая. Сейчас детским садом руководит Лариса Польшина, которая продолжает славные традиции, заложенные ее предшественниками. В «Пчелке» трудятся 22 педагога. Люди все творческие, с большим сердцем, настоящие энтузиасты своего дела. Считаю самым главным достижением детского сада – это наш коллектив педагогический, который сплоченный, коллектив дружный, который всегда находит подход к детям, к родителям. Вот, это самое главное. Здесь работают люди, которые очень любят детей, очень любят свою работу и всегда стараются отдать все самое лучшее, что как бы имеет человек в своей душе, в своем сердце. Наш детский сад держит высоту, свою планку уже много-много лет в районе. И мы побеждаем на всех конкурсах, практически на всех конкурсах творческих и профессиональных. Сейчас детский сад посещают 240 ребят. В 2016 году у него появилась просторная пристройка. Теперь в «Пчелке» два музыкальных зала, большой физкультурный зал и много помещений для занятий с детьми. Словом, есть все, чтобы дошколята каждый день приходили сюда с удовольствием. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Талантливый человек талантлив во всем, и лишнее тому доказательство – фотографии, которые делают журналисты. В историко-культурном центре скоро откроется выставка телеоператора Первого канала Владимира Гриневича «Обскура 21 века». Также на выставке будут представлены фотоработы и сотрудников нашего телеканала. Что готовят для жителей Ленинского городского округа представители средств массовой информации, расскажет Юлия Погосян. Перенесемся на год назад. Тогда все и началось. Нашему коллеге, который успел поработать и на «Видное ТВ», а вообще оператору Первого канала с многолетним стажем Владимиру Гриневичу, предложили создать свою личную фотовыставку. Предложение поступило не просто так. За годы многочисленных командировок у Владимира накопилось множество красивых, живых и необыкновенных работ. Недолго думая, он согласился. А вместе с ним в выставке приняли участие и видновские журналисты. Год спустя история повторяется. У нас много творческих людей, и это замечательно, что мы можем успевать не только работать, но и что-то творить вне работы. Фотографии интересные, места интересные, куда ездят ребята. Я думаю, что эта выставка будет не менее интересна, чем та. Прошлый год Владимир Гриневич провел в длительной командировке в Сирии. Отсюда и основная тематика выставки. Львиная доля работ будет посвящена этой арабской республике. Это не война в Сирии, это не боевые действия, это, скорее всего, новая Сирия, которая сейчас пытается восстановиться, приглушить вот эти
раны, которые были нанесены войной, и современная Сирия, которая сейчас разрушена и всячески пытается восстановиться после войны, понятно, что это будет длительный процесс. Не отстают от своего коллеги и сотрудники Видное ТВ. Многие представленные ими фотографии привезены из путешествий, в основном пейзажи. Был немножко такой рискованный поход с подружкой, и мы в дождь пошли по горам, дождь, туман. И вот именно в том месте было больше всего ощущений, когда этот туман расходился, и перед нами открывались виды на горизонт, на город внизу. Это очень у меня много эмоций вызывает фотография. Снимают наши журналисты обычно на телефоны или полупрофессиональные зеркальные фотокамеры. Особенные места или темы не ищут. Фиксируют то, на что упадет взгляд. Я просто иду и просто вижу, что вот он кадр, и вот его нужно вот именно так запечатлеть. Иногда так получается, что вот сначала я вижу другой ракурс, а потом в процессе съемки уже начинаю, в общем, искать другие какие-то варианты, и в результате получается намного лучше, чем изначально вообще я этот кадр увидела. Выставки под названием «Обскура 21 века» будет представлено более 100 фотографий Владимира Гриневича и порядка 40 работ сотрудников Видное ТВ. Отдельного внимания заслуживает серия снимков «Рабочие моменты», посвященная оператору нашего телеканала, безвременно ушедшему Владимиру Бижонову. Мы хотим, чтобы люди, которые пришли на выставку, они вспомнили его, потому что многие знают корреспондентов, знают ведущих, операторов знают немногие. Но этот оператор, он, я думаю, останется в памяти людей, у которых он когда-то снимал, потому что он всегда работал с корреспондентом в таком тандеме, что это было именно творчеством, а не работой. Подготовка к выставке находится на финишной прямой. Осталось только развесить фотографии в залах историко-культурного центра. Мы приглашаем всех желающих ознакомиться с работами журналистов 19 ноября в ИКЦ, где состоится торжественное открытие. Выставка продлится около месяца. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Попробовать себя в роли пилота гоночной машины можно уже в 5 лет. Участникам соревнований по картингу, проходивших Видным, немногим больше. Однако все они уверенно сидят за рулем. О больших чудесах на маленьких виражах расскажет Арсений Рогозянский. Несмотря на то, что карты машины маленькие, скорость они развивают на удивление высокую. Напрямую можно выжить более 50 км в час. В роли пилотов самые юные воспитанники секции по картингу. Между собой они разыгрывали 5 комплектов медалей. Тренер и главный судья соревнований Владимир Сухов перед стартом гонок дал наставление гонщикам водить как можно аккуратнее и стараться не мешать соперникам. У нас работает здесь секция, которая, мы готовим ребят, не то, что там уж прям высшего класса, но мы стараемся дать первоначальную подготовку, то есть правила соревнований, чтобы они умели себя вести на трассе, чтобы соблюдали правила, чтобы знали значение флагов. Юные гонщики стремительно проходят повороты. Соревнования по картингу проходят здесь нечасто, а потому проявить свои навыки на трассе пилоты стараются как можно лучше. Артем Егиазарян остался в шаге от победы. Однако результат его приятно удивил. Я очень доволен, потому что, по-моему, мне попался самый плохой карт, на котором тяжелее всего поворачивается и так далее. И удивительно то, что я занял хотя бы второе место. Победителем финальной серии заездов стал Никита Тихонов. Мальчик в своих силах был уверен, да еще и карт достался хороший. Многие спортсмены ссылались на неудобства в управлении, однако плохой пилот всегда грешит на машину. Мне кажется, я, конечно, не буду хвастаться, но я, мне кажется, хорошо вожу карт, как, может, я даже фаворит. Тренировки в секции по картингу проходят 2 раза в неделю, а соревнования раз в 2 месяца. Юные пилоты больше всего ждут новых заездов, чтобы узнать, кто из них лучше. Недаром картинг является одним из самых распространенных видов автоспорта. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На татами во Дворце спорта «Видное» вышли юные спортсмены в рамках открытого первенства Ленинского городского округа по дзюдо. Кто принимал участие в соревнованиях от нашего муниципалитета, узнаете из нашего сюжета. Персонал
Дворец спорта «Видное» – традиционное место проведения соревнований разного уровня. Сегодня здесь проходит открытое первенство Ленинского округа под дзюдо среди юношей 2007-2010 годов рождения. На состязание приехали участники из 12 регионов России. Все юные дзюдоисты вышли на построение во время торжественного открытия турнира. Я вас всех от всей души приветствую, в том числе и от главы Ленинского муниципального района Венцина Валерия Николаевича. Хочу пожелать всем успехов, удачи и хорошего сегодня всем настроения. Схватки на татами проходили в двух возрастных группах в нескольких весовых категориях. Турнир проводится ежегодно и входит в список областных соревнований, которые влияют на присвоение спортивных разрядов. Наш турнир традиционный, его знают и уважают. Серьезное судейство, серьезные вообще спортсмены прибывают, уровень высокий спортсменов. Победители, призеры этих соревнований практически все первые номера Московской области, Москвы. От Ленинского округа в первенстве принимали участие воспитанники спортивного клуба «Орленок». Они усиленно тренировались, чтобы достойно представить свой муниципалитет на домашних соревнованиях. Иван Дороговцев занимается дзюдо уже 8 лет. Если боишься, ты не будешь спортсменом таким крутым. А если вот ты вот выходишь на татами и выдаешь вещи, значит, в тебе есть дух какой-то, ты можешь выиграть. Этот вид спорта можно применить для самозащиты. Он помогает мне продвигаться, становиться сильнее, лучше бороться, чтобы мог и на улице защититься, и на соревнованиях выигрывать. Трибуны активно поддерживали дзюдоистов. Ольга приехала из Чехова и на этих соревнованиях переживала за своего сына Диму. Занимается давно, уже лет 5-6, наверное, то есть еще с детского садика. Ну, не знаю. Нравится, у него старший брат занимался, поэтому он пошел по его стопам. Чтобы одержать победу в своей весовой категории, дзюдоистам нужно было взять верх в определенном количестве схваток. У каждого спортсмена, если он доходит до финала, количество схваток разное. Один может одну схватку пробороться, проиграть, да, и, как так сказать, вылететь с соревнований. Вот. А те, кто, ребята, доходят до финала, примерно у них около 4-5 схваток. По итогам турнира все победители получили медали и кубки. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся.